Все в порядке? Да, нормально. Спасибо, снято. Гена, Сайнекс. Да. Ну, спасибо, Серега. Молоток. Как всегда, отлично. Через полгода запускаюсь с новой картиной. Надеюсь, поработаем? Живы будем, не умрем. Ну, давай, переодеваться. В этом сезоне работы больше не предвидится. Что будем делать? Черт его знает. Вообще год какой-то дурацкий был. Начало сезона, мы уже в простое. И хочу к друзьям в Одессу махнуть. Да и Маринке праздник устроить. А то она из-за меня который год зимой отпуск берет. Да, на море сейчас хорошо. Мужики, идея возникла. А что, если нам в баньку сходить, сундуны, попариться? Выношу на голосование. Ну, а что, я за. Ой. Господи, как хорошо-то, а? О, еще бы раз 50, а? Ну, много пить-то вредно. Серега, пойди на минуту, дело есть. У тебя дня 2-3 свободных есть? А что? А есть возможность неплохо заработать. И без криминала? Ну, обижаешь, старик. И что там у тебя? Ну, так вот. Одному, в общем, большому боссу надо перегнать тачку из Тольятти. А тачка непростая, так сказать, по спецзаказу. Да что ты? И такие у нас бывают? В нашей стране все бывает. Только не для всех. Громов, ну давай быстрее, чай стынет. Иду. Так что дальше? Ну, а дальше два момента. Первое. Сам он водитель хреновый. А второе, боится, как бы его в дороге не вытряхнули с такой тачки. Короче, сколько он платит? Да у него денег, как у дурака махорки. Сколько скажешь, столько и будет. Нет, ну, в пределах разумного, конечно. Хорошо, подумаем. А что тут думать, что тут думать? Он сейчас в соседнем кабинете балдеет. А? Ну, объяви ему штук 7. Да ты что, больной, что ли? Я ж тебе говорю, он упакован выше крыши. Ну, в общем, так, я объявляю ему 15. Ну, что ты смеешься? Дело-то ведь рискованное. Да вроде не привыкать. Там вы работаете по контракту, а здесь никаких гарантий. На этой трассе ни одна тачка с концами ушла. Сережа, это ты? Добрый вечер, Лидия Николаевна. Здравствуй, Сереженька. А вы Марешку не видели? Да нет. Я после дежурства пришла, сразу спать легла. Но она, может быть, днем заходила, я не видела.
Алло, Катюша, это я. У тебя Маринки нет? Может, и у матери. Спокойной ночи. Ну ты что, с ума сошел? У меня окно открыто, вон муж дома. Ну соседи же кругом увидят. Доброе утро. Чего ты уставился? Я у матери ночевала. Ну, матери, так у матери. Я отъеду дня на два. Опять съемки? Да нет. Просто халтурка подвернулась. Можно неплохо заработать. Нормальные люди деньги зарабатывают на работе. Они болтаются по халтуркам. Зимой у него каждый день тренировки. Летом каждый день съемки. А деньги он ездит зарабатывать по халтуркам. Да я тебя дома вижу, только когда переломанный весь валяешься. Надоело. Надоело, ты понимаешь? Ну, когда же это все кончится? Скоро. Скоро. Вот я приеду, и приготовься к сюрпризу. И ты приготовься. Ну что? До свидания, всего доброго. Все отлично. Машину вчера пригнали в магазин. Механик в курсе. Вопрос только в доверенности. Доверенность у Сергея. Тогда без проблем. Так, давайте вы двое в магазин, а мы в аэропорт. Скорый поезд номер 36, Москва, Тольятти. Поберегись! На первый пункт. Номера с аэропорта с головы получат. Ну что, дальше доберешься? Доберусь, майор. Заправка на выезде из города. Кнут и плеть,
то, что на кони мне попались привередливые, и дожить и успел мне допеть, и успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Немного еще постою на краю. Один идешь? Один. Смотри, у нас по одному на трассе не ходит. Угу. Берегите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони. Приездом. Здравствуй, сестренка. Ну, все в порядке. Через день-два машина будет в Москве. А его поручитель сказал, что этот парень слов на ветер не бросает. Спасибо. Все в холодильнике. Отдыхай. А я пока заберу эту тачку. Да, Карим, чуть не забыла. Тебе уже несколько раз звонил какая-то Марина, просила ей перезвонить. Чао. Я предлагаю выпить за людей, которые умеют делать деньги. Здравствуй, хозяйка. 93-м заправишь? Нету 93-го. Ну, хоть 76-й залей. Ну, литров 40. Ты что, с неба свалился? Газет не читаешь? Посевная идет! Ух, как вы мне, блин, надоели! Керосином не богат? Дам немного. Годится.
Дядя, отвези куда-нибудь. А куда тебе надо, блин? Мне все равно, лишь бы уехать отсюда. Спасибо, братишка. Правильный парень. Забери ее отсюда, а то измордует здесь. Кто и за что? Старик, это же плечевая. Она тебе расскажет сама. Интересно. Садись! Только у меня денег нет. Да садись, горе! Значит, плечевая путана? Ну и что там у тебя на стоянке произошло? Тебе не все равно? У тебя своя жизнь, у меня своя. Ну, разве это жизнь? А что лучше? В колхозе за 1000 в месяц свиньям посты крутить? Или на заводе по лимиту вкалывать? Потом ждать, когда это тебе квартиру дадут? К пенсии? Надень-ка, малыш. Надень, надень. Тебя как зовут? Татьяна. Меня Сергей. Вот что, Танюша, там рядом с тобой сумка с продуктами. В ней кофе, бутерброды. Достань, пожалуйста. Ты что, на ходу есть будешь? Да. Только ты сначала сама поешь, а потом уже и я пожую. Таня, Танюш, проснись. Приехали. Кольцевая уже? Кольцевая. Загостилась я что-то, пойду, что ли? Вольному, конечно, воля, но у меня есть другое предложение. Сейчас мы поедем ко мне домой. Я тебя с женой познакомлю. Отгоню машину, получу деньги. Дам тебе на первое время, а там решай. Или ехать к бабке, или снова выходить на трассу. Ну, ты впрямь ненормальный. Ну, может, это и хорошо. Все, мне надоела такая жизнь. Ты проходи, малыш. Я ухожу к человеку, у которого есть для меня и деньги, и время. Прощай. Располагайся. Алло. Ой, великолепно. Большое спасибо. Хорошо. Я сейчас спущусь. Угу. Ой, боже мой, какая прелесть. Здравствуйте. Ну, а почему же она такая грязная? Документы в машине, ключи в замке. А, понятно. Благодарю. Все в порядке? Всего вам доброго.
До свидания. Да ладно тебе. Ты, главное, не забудь вернуться оттуда. А если хохлы границы перекроют, то буду просить политического убежища. От тебя, рабовладельца. Ну, спасибо. Ну, ты куда? На вокзал. А что, не с чему собраться, только подпоясаться. Подвезу. Папаня сегодня тачку на прокат дал. Тогда уж до Одессы. Ну, тогда ладно, всего хорошего. Пока. Пошли. Пошли. Собор. Осторожно, в конце концов. Знаешь, Ленка, хочется ведь сначала самой все устроить, а потом уж ему звонить. А то он и так со мной, как с ребенком. Ну так в чем же дело? Давай сделаем так. Я завтра возьму деньги в сберкассе. Кое-что прикупим для моих, отвезешь им. А сама заберешь документы, устроишься на работу, получишь место в общаге. А потом уже будешь звонить своему супермену. А то он подумает, что тебе податься некуда. Вот ты к нему и липнешь. Я даже и не знаю. Зато я знаю. И хватит об этом. Ну, кто он бабам еще поможет, если не мы сами, а? К тому же не чужие мы из одной деревни. Эх! Женщинам нельзя доверять готовить шашлык. Женщина должна быть ласковой, как кошка. Знать свое место. Или путаться под ногами у мужчин. Вопросы есть? Вопросов нет. Че, он больной, что ли? Тем более панка не видишь, что ли? Идиот какой-то. Карим, иди сюда, пожалуйста. Карим. Что? Он затрахал нас своими разговорами о месте женщин в природе. Я думаю, вы сами решите. Кому развлекать старика? Он нам не случайно не умрет. Он еще нас с вами переживет. Слышь, деятель, профессии учить надо. Как скажешь, дорогой. Дядя Миш, пока не забыл. Хорошо, Карим. Ба, какие люди! Наконец-то появился. А что, где ты так загорел, ну, солнце, где же еще? Иваныч, я погреюсь, а? Ну, обижаешь, старик. Ветрещак, поддай-ка парку. Серега погреться хочет. Ну, раздевайся. Да, кстати, у нас к тебе дело есть. И весьма доходное. Надо перегнать Тойоту из Владика. Через всю страну? Ты хоть представляешь, что там за дороги? Ну, серый, это уж твои трудности. Я знаю только одно. Человек платит 50 штук. На трюках тебе, на киностудии, за такие бабки 5 лет пахать надо. А здесь?
Месяц работы всего, а может и того меньше. Нет, дело, конечно, рисковое. Но, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так что ты подумай, время еще есть. Когда ехать? Да хоть завтра. Да? Добро. Да. Жду. Хорошо. Ага. Привет, дорогой. Что, разбудил? Ничего. Кто рано встает, тому Бог подает. Угу. Сейчас слушай. Слушай меня внимательно. Сходишь к нашему другу. Возьмешь товар. Подготовь машину. За ней придет мой человек. Что? Нет, нет, используем в темную. Надежен. Ну, а остальное я беру на себя. Угу. Ну, будь здоров, дорогой. Продолжается регистрация билетов рейса 229, Владивосток и Ереван. Повторяем. Совершил посадку самолета рейсом 178, Москва, Владивосток. Продолжается регистрация билетов рейса 229, Владивосток и Ереван. Привет, Андрюха. На проводе Громов. Во Владике. Еду. Вот. Вот они, герои Кубани. Здорово, Серега. Серега, заходи. Да, заходи, сломаешь? Шутяка. Заходи. Ешь. А я, видишь же, неделю холостякую. Своих отправил в деревню. Черт, Маринке дали, отпуск мне нет. Знаешь, Володька-то мой на будущий год в школу пойдет. Да. А у тебя-то как? Есть пополнение, нет? Да. Не пока... узнаю я тебя, старшина. Впрочем, это твое личное дело. К нам-то каким ветром? Сегодня должен забрать тачку и перегнать в Москву. Ну ты дурак, Громов. Впрочем, это твое нормальное состояние. Ну почему, Андрюш? 100 штук на дороге не валяются. Скажу тебе еще раз, ты дурак. Ты знаешь, сколько стоит эта работа? Люди, которые этим занимаются, получают 50% от стоимости машины. И, насколько мне известно, довольно сурово наказывают конкурентов. Ну, будь тебя пугать, а то еще передумаю. Напрасно смеешься, Громов. Эти ребята не шутят. Я знаю двоих. Вместе занимались в спортзале. Тронь эту мафию. Не то, что друзей мать родную не пощадят. Все запомнил? Угу. Берешь тачку и ко мне в гараж. Пулей. Все понял, капитан. Thank you.
Тебе чего, парень? Я за тачкой. Руль справа. Слушай, батя, а где здесь маслица поменять можно? А чё его менять-то? Тачка новая, только пригнали. Да мне завтра ехать далеко. Завтра? Да. Ну, давай вот завтра и подъезжай. Окей. Сумки, продукты, термос. Но это держи при себе. Спасибо тебе. Алло! Алло! Стас! Стас, это я, Зимин! Стас, ты же сказал, что клиент будет завтра утром. Да в том, что он только сейчас был здесь. И я, не разобравшись, заправил ему полный бак. Стас, что теперь делать? Один?
Понял, Стас. Понял. Братишка, помоги колесо в кузов закинуть. Одному не осилить. Понимаешь, прокололся. Запаску поставил, а это в кузов закинуть не могу. Ну, дорожка. Да, дорожка дрянь. В такую погоду, если с трассы сойдешь, так и трактором не вытащишь. Спасибо. Пока. Воды. Стас, это я. Да ты не волнуйся. Ночи сейчас длинные. Да к тому же по такой трассе далеко не уйдет. К утру мы его достанем. Танюш, а? Да нет его. А может, попозже позвонишь? Куда уж позже. Время 11:30. Ну ладно, пойдем. Сегодня опять меня переночуешь, а завтра видно будет. Пойдем. Thank you.
никак не хочет по-хорошему. Боб, ты вот что. Я попробую его достать, а ты ударь по колесам. Понял. Только смотри, машину не повреди. Ученого учить только Домкрат. Куда полетел-то? Там ремонт. А где этот? Да вин в кабине дрыхнет. Да ты не суетись, это надолго. Тебя как зовут? Да батя Александр назвал. Слушай-ка, давай трюканем, а? Не понял. А что-то не ясно. Сработаем без репетиции. Мужики, помогите, а? Мужики, а этот на белой Тойоте где? Вперед. Дай вин туды. Туда пошел. Куда? Туды. Туды. Может, и ты хочешь? Вот туды. Так давай зараз и мы подымемся. Твою мать. Ну, что делать будем? Надо кого-то на перехват посылать. Самолетом или как? Да кого посылать? Он мой. Сам поеду.
Уж очень хочется посмотреть на этого. На чудо, в общем. Давай в машину. Есть неприятные новости. Значит так, слушай меня внимательно, идиот. 2 часа назад взяли бармена с партией товара. Он может навести на нас. Так что надо действовать. И не сиди как пень. О, какой гость. Проходи, проходи. А ты чего один? Я уж обрадовался, думал, ты с девочками приехал. И мне одну прихватил. Да я, собственно, посоветоваться приехал. Ну что ж, за совет денег не беру. Чем смогу, помогу. Ну что уставился? Двигайся, ты уж приехал. А ты ничего. Способный парень. Я поначалу разозлился на тебя, а потом решил, такие, как ты, имеют право жить. Люблю рисковых. Ну, а теперь вот что. Попуткой до Нижнеудинска доберешься, а там поездом. Ключи. Что это? Это кольцо. А вот это граната.
Не дури, парень. Считаю до трех. Кладете стволы, выходите из машины и руки на затылок. Раз. Два. Ну? На обочину. Ну, открыл капот. Подряд, Стас, не прости. Я же говорил, одному надо было оставаться. Заткнись! Мне бы одного такого вместо вас всех. Ты стволы вернешь любой ценой. Ты понял, мы же еще и виноваты остались. Хорошо тут у тебя, дядя Миша. Тихо, лесом пахнет. Да. Тихо, потому что я один живу. А лесом пахнет. Так ведь кругом лес. Ну, хватит о пустяках. Давай лучше одели. Одели. Ты же знаешь, что бармена взяли. Так вот, этот ублюдок начал давать показания. Меня тоже вызовут в прокуратуру как свидетеля, вы же понимаете. Да, я понимаю. А чего ты хочешь? Что я, больной человек, могу для тебя сделать? Он же из вашей бригады, вы его рекомендовали. Вот и заткните ему пасть. Вам-то ведь все равно. Вам вообще уже место на кладбище пора занимать. Заткнись, щенок! А я жить хочу! Я давно уже стою в очереди на кладбище. Но такие сосунки, как ты, без очереди проскакивают. Прекрати курить! Я не терплю табачного дыма! В долгу не останусь. Понимаю. Но это дорого будет стоить. Очень дорого. Я готов тебе помочь, но при одном условии. Я жду большую партию товара. Так что этот адресок ты должен забыть. Этот кон я сыграю без вас. А ты пока отдохни. Свое позже возьмешь. Понял? Хорошо. Опасных рецидивистов. Все трое особым решением объявлены вне закона. Просьба ко всем быть предельно внимательными в пути. Thank you.
Ну ты дурак, Громов. Впрочем, это твое нормальное состояние. Здравствуйте, товарищ водитель. Инспектор ГАИ, старшина милиции Голубков. Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Сергей Алексеевич, откройте, пожалуйста, багажник. Чисто. Все в порядке. Счастливого пути. Ну что, Карим? А ничего. Просто этот старый пень решил от нас избавиться. Он хочет сожрать один. Все, что наши люди с таким трудом доставили во Владивосток. Ты хочешь сказать, что он в обход нас переправил 20 килограммов крека? Но каким образом? Я не знаю, каким образом. Знаю только, что он сказал прямым текстом, что должен получить крупную партию товара. А также он сказал, что этот кон, он сыграет без нас. Старый пердун. Спокойно, Карим. Нужно как следует подумать. Товар, очевидно, уже в пути. И сейчас самое время определиться, где и как его взять. Нужно все хорошенько взвесить. А с дядей Мишей пора кончать. Это твои проблемы, Карим. Слушай, а ты помнишь, месяц назад мы были у него на шашлыках? Помнишь? Карим, у меня к тебе просьба. У меня есть друг. Хороший друг. И очень нужный человек. Я его хочу отблагодарить. Подарить японскую тачку. Но сам понимаешь, не гнать же мне ее на платформе. Вот я тут с Виталиком посоветовался. Он говорит, что у тебя есть человек, который мог бы перегнать машину. Но я думаю, что он не будет грабить старика. Тыщенок 50 я ему подброшу. Он ведь, кажется, человек нейтральный. Да. Добро. Насколько я понимаю, он скоро должен быть в Москве. Значит, получается, парень перегоняет тачку в Москву, даже не подозревая, что она заряжена крэком? М? А какой смысл старику посвящать его в суть дела? Ну что ж. Он ведь лицо нейтральное. М? Давайте посчитаем наши козыри.
ку-ку. Щенки. Шеф, трогай. Слушаюсь, босс. Слушаю. Здорово, Гром. Ты куда пропал? Я тебя с Афгана не видел. Так. Подожди, я запишу. Понял. Когда? Понял. Не волнуйся, Серега, я тебя прикрою. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Здравствуйте, ребята. Можно? Проходите. Давай, Леш, проходи. Проходите. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Как самочувствие? Ничего, спасибо. А где Сережа-то? Сережа? Да. Так он 20 дней как уехал, и никто не знает, где он. Вот девочки его уже заждались. Какие девочки? Какие девочки? Хорошие. Мы чай собрались пить. Давайте присоединяйтесь. Да нет, спасибо, Лидия Николаевна, мы не хотим. Как так? Что это за нас двоих расписываешься, а? Я с удовольствием. Давай, давай. Лидия Николаевна, а Марина-то где? Марина? Да. Она уж месяц как здесь не живет. Совсем ушла. Да, дела у Громова. Да уж. Машина прошла. Вот такой анекдот. Угощайтесь, угощайтесь. Булки берите, печенье. Печенье сейчас страшный дефицит. Спасибо. Лидия Николаевна. Ау. Вы, пожалуйста, уж передайте Сереже, что как только приедет, пусть мне обязательно позвонит. Хорошо. Тут у меня три дня в Москве съемок наметилось. Угу. Нужно сделать трюк. А на этого актера только Сережа похож. Ну, ему повезло. Да, так что пусть он мне обязательно позвонит. Хорошо. Кстати, девочки, приглашаю вас на съемку. А в качестве кого? А в качестве гостей и зрителей. Ключи. В машину. Всем стоять, не двигаться! Этого ко мне в машину. Остальных в управление. Здравствуй, доченька. Здравствуй, мама. Что-нибудь случилось? Я ушла от Карима. Как же теперь? Не знаю. Он такой подлец, мам. Он за деньгами ничего не видит. А ты Сереже звонила? Нет. Может быть... Нет, мам. Он мне все простил бы, кроме предательства.
За все в жизни, доченька, надо платить. Остановись, Петрович. Понимаешь, Гром, по закону я должен тебя посадить вместе с ними. И самое большое, что я могу сделать для тебя, это забыть о твоем присутствии на месте происшествия. Спасибо тебе, Паша. Но работка у тебя веселенькая. Ну, давай, иди. Ему бы рейс попроще, едва хватит.